сейчас сыграем с вами игру, только аккуратно. Просто посмотрим, подвигаемся. Еще, еще, еще. Левый, левый, левый. Левый, другой рукой. Спасибо большое Российской Федерации баскетбола за такой проект «Тихий баскетбол», потому что это перспектива для детей особенных получить какой-то успех и видеть его результат. Да? Когда ты попадаешь мячом в кольцо, это результат. Ребенку это легко и понятно, и для него это успех. Мы ищем у каждого ребенка талант и его возможность. Если он умеет попадать в кольцо, если он умеет передавать мячик другому и может в игре научиться еще взаимодействовать и понимать, что рядом кто-то еще есть, на кого можно опереться, это самая главная жизненная компетенция, которая ему необходима будет в дальнейшем. Пятнашки. Знаете, что такое пятнашки? Латки, пятнашки. Знаете? Просто попробуем подвигать. Не пересекаем эту линию. Разбегайтесь, я буду давить вас. Разбегайтесь. Дриблингом? Не-не-не, с дриблингом. Стоп. А кто скажет наши границы площадки? Кто скажет? Я уже здесь. Оп, ты водишь. Тренеру, прежде всего, нужно обращать именно на эмоциональную составляющую спортсмена на большое внимание, потому что без эмоций, если что-то не нравится, если что-то не получается и спортсмен расстраивается, конечно же, ничего не получится. У нас все прошло очень здорово, вот, ребята остались довольны, вот, очень профессионально все было проведено, вот, ребята показали достойный результат, вот, тренер очень классный, позитивный, вот, все здорово. Внимание на реакцию, да, у него что-то получилось, обязательно подбодрить, обязательно похвалить, и тогда все получится 100%. Мы будем подходить и атаковать верхний угол маленького квадратика, хорошо? Вот туда целимся, вот туда. Вот сюда набрасываем мяч. Мы благодарны вам за такой проект и нашему чемпиону Федору, который так умело, смело взаимодействует и коммуницирует с нашими детьми. Дети, наверное, это мое действительно направление, да, такое одно из важных. По поводу Лин, ну, наверное, у меня хватает опыта, может быть, терпения, может быть, какой-то эмпатии, которую вот я хочу передать ребятам, и они это чувствуют, и у нас получается такой симбиоз, как бы они тянутся ко мне, я как бы им отдаю вот это вот знания свои, да, какую-то эмоцию, и получается, что у нас взаимодействие очень такое продуктивное. Дриблинг, идем сюда, атака, отлично, Евочка, браво, и из-под колечка. Вот здесь, Дэнс, касайтесь мяча, касание мяча, не бам. Все, побежали. Для школы это новый проект, для родителей это перспектива в будущее, для ребенка это успех, удовольствие. Самое главное, что мы от спорта получаем удовольствие, да, и развиваем свое физическое тело. Чем больше расширяется мир для наших детей, чем больше людей вокруг узнают о нас, чем больше нас вовлекают в социальный и внешний мир, тем успешнее наш ребенок. Мы планируем 2 раза в неделю заниматься на этой площадке, здесь в школе, обязательно, чтобы ребята не просто пришли, позанимались и ушли, и все забыли. Обязательно, чтобы навык повторялся, может быть, какие-то новые навыки, может быть, какие-то новые упражнения. Не может быть, а новые упражнения для того, чтобы развивать наших спортсменов.